Всем привет, друзья! Вы на канале Розы от Сережи. Сегодня у нас с вами будет необычное видео, поэтому обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, кто еще не подписан, а также начинайте уже потихонечку, помаленечку делиться красотой, распространять, продвигать и, конечно же, становиться нашими спонсорами. А у нас клиентура приходит, и мы... Может, это не к нам. А нет, это не к нам, поэтому мы продолжаем. Может, и к нам, еще непонятно. А может, и к нам. Там детеныши. А может, и не к нам. Ладно, давайте посмотрим, к нам или не к нам. Делайте ставки, господа. Кажется, не к нам. И дамы. Ладно, давай начинаем. Все, давайте, мы уже слишком долго начинаем с вами. Так, а что мы делаем вообще? Лавандочку оформляем. У нас нынче в огороде созрела лаванда, ее много. Сейчас как раз самый пик ее цветения, это еще бутон где-то расцвела, но мы уже начинаем срезку. Вчера я ходила, срезала, лучше всего ее срезать вечером, потому что очень много пчел, прям очень много. Что мы делаем? Сейчас мы сделаем миниатюрный букетик такого плана. Сейчас так покажу. Ты не показывай, какого плана. Хорошо. Зачем ты показываешь, какого плана, тогда смысл будет уже. Нет, я показала итог. Да? Ну зачем итог? Смотрим. Так, берем тишью. У меня белой нету, но я бы сюда даже лучше белую. Но из-за того, что у меня белой тишью нету, я возьму лавандовую и плюс. Итак, друзья, продолжаем наш выпуск. Коротенький на сегодня, не очень большой. И хотим еще вас спросить по звуку. Значит, мне совсем не нравятся микрофоны. Может быть, лучше без микрофонов. Вот первую часть мы сняли с микрофонами, а сейчас снимаем без микрофона. Ирина Федоровна, скажите нам что-нибудь. Меня вообще там будет плохо слышно. Почему? Если без микрофона, то меня совсем не слышно. Ну вот мы сейчас и узнаем у наших дорогих подписчиков, как лучше, друзья, как лучше с микрофонами, которые мне не нравятся, или сейчас вот мы без микрофонов. Ну вот доколебался я, значит, до них. Хочется просто, чтобы все было идеально. Не только твои цветочки, но и качество. Так, я почти готова. Готова, да? Но без микрофонов тебе нужно чуть громче говорить, понимаешь? А мне, я не могу кричать, особенно не можешь. Так, смотри, сейчас еще. Оба. И теперь можно уже показать окончательный вариант. Да, мы уже оформили несколько. Несколько штук, оформили. Да, вот. Расскажите еще, пожалуйста, нам, работаете ли вы с лавандой, любите ли ее? Она сейчас не засушенная, то есть ее вообще рекомендуется засушить, потому что в таком состоянии она будет где-то на полочке лежать, она может закрутить. Но мы ставим сейчас ее в холодильник на воду, потому что она должна еще немножко подраспуститься. И уже потом, соответственно, надо будет убрать пленку, потому что она так плохо засушится. Может там где-то плесенью покрыться, потому что очень плотно, воздух не заходит и в пленке. Это как вариант подарка, но потом это все надо убрать. Понятно. И засушить. Спасибочки. Спасибочки, Ирина Федоровна. Спасибо, дорогие подписчики, за ваше внимание, за лайки, за подписки, за все другое. До свидания. Да, кисенька?